Если уезжаете на все новогодние каникулы, постарайтесь, чтобы об этом знало как можно меньше людей. Не распространяйте информацию ни в соцсетях, ни в кругу малознакомых. Хорошо бы заключить договор с вневедомственной охраной и оснастить квартиру сигнализацией. Если это дорого, соберитесь с соседями и установите хотя бы одну видеокамеру у входа в подъезд. Одна видеокамера на целый подъезд – это вообще ничтожные деньги. И накопление видеоинформации, кто входил, выходил, отталкивает организованную преступность от вот таких вот домов, где есть эффективное видеонаблюдение. Еще одна опасность, которая может случиться за время отсутствия хозяев – коммунальные аварии. Уезжая, закройте плотно, не на микропроветривание, все окна, форточки, балконные двери, чтобы не было возможности промерзания отопительной системы. Перекройте полностью стояки с горячей и холодной водой. И обязательно оставьте ключи или хотя бы свои контакты родственникам или хорошо знакомым соседям. Потому что все равно может какая-нибудь непредвиденная ситуация случиться, нужен будет доступ в квартиру, а собственник квартиры его обеспечить никак не сможет. И, соответственно, допустим, если там порвет систему отопления, то ущерб он может за несколько там даже часов быть, ну, просто очень-очень большим. И поэтому лучше, чтобы все равно кто-то из близких, друзей, родственников, знакомых мог доступ в квартиру обеспечить работникам аварийных служб. Между прочим, отлучка из квартиры – это отличный повод познакомиться с соседями, если вы еще этого не сделали. Оставьте соседям ваш номер телефона, по которому вас можно найти. Зачастую соседи друг друга не знают, если что-то случается или кто-то видит задымление и позвонить хозяевам не может. Уезжая на все праздники и вообще уезжая на выходные дни, обязательно обесточьте все электроприборы, которые у вас находятся. Новогодние и рождественские праздники – это самые длинные выходные дни в год. Чтобы они ничем не омрачились, позаботьтесь об элементарных правилах безопасности заранее, особенно если решили на все каникулы оставить квартиру без присмотра.